Музыкальный диалог русской и корейской культуры. На фестивале «Балалайка» приглашают друзей. Собрались 45 музыкантов из Ярославля, Москвы, Нижнего Новгорода и Южной Кореи. В международном музыкальном диалоге схлестнутся самые народные инструменты двух стран – русская балалайка и корейский хэгым. У вас эта культура очень ценится, но особенно балет, ну, вообще классическую музыку еще. Я сам свои корейские народные инструменты – это сам специальность. Поэтому я больше связан с русским народным инструментом. Также здесь проходит мастер-класс профессора Нижегородской консерватории имени Глинки Сергея Малыхина. Познакомиться с профессионалом собрались десятки учеников. Мы знаем свою культуру, домры, балалайки, но у них же тоже есть такие же струнные народные инструменты. И вот сочетание, сегодня мы это попробуем, сочетание русских народных инструментов и сочетание корейских народных инструментов, это будет очень интересно. Уже вечером фестиваль завершится большим концертом профессиональных исполнителей и лауреатов международных конкурсов. На одной сцене выступят профессионалы из России и Южной Кореи и ученики ярославских музыкальных школ. Дарья Смирнова, Денис Ромашов. День в событиях.